Это приказ отстреливать всех врагов в зоне видимости. Приказ ждать на месте и... Приказ следовать за вами. Вы можете, не волнуясь, отдавать приказы в любом месте уровня, даже если рядом с вами находятся противники. Звонкие голоса бойцов, видно, не желающих пользоваться рациями, недоступны ушам террористов. Отобрать из пятерых бойцов двух достойных можно, поручить компьютеру, выбрав в начальном меню игры пункт «Один игрок начинает», но лучше сделать это самому. Для этого нужно щелкнуть на пункте меню «Один игрок. Игра». Да, локализаторы на сей раз немного подкачали. На самом деле, два вышеназванных пункта переводятся, соответственно, как «Быстрый старт» и «Старт игры». Во втором случае вы попадаете в ваш боевой вертолет, где в всех и основных боевых качествах этих бойцов. Нажатием кнопки X производится все ответственный выбор. Второе нажатие этой кнопки даст вам возможность подобрать необходимую экипировку вашему бойцу. Все эти ребята являются профессионалами в определенной области военного искусства, что, как следствие, ведет к возможности стратегически грамотно продумать состав своей небольшой команды. В любом случае, с собой обязательно нужно взять снайпера, который избавит вас от многих проблем. К сожалению, снайперы неэффективны в ближнем бою, поэтому в плотном кольце противников лучше с помощью кнопки «Треугольник» переключиться на второго бойца и использовать его возможности. Несмотря на то, что миссии в игре излагаются на английском языке, за исключением тех, что даются в брифинге перед началом уровня, понять, что требуется от вас на каждом этапе, довольно легко. Пункт назначения на карте, вызываемой кнопкой Select, обозначен красной точкой, добравшись до которой вам, скорее всего, потребуется лишь очистить близлежащий район от террористов. Обычно путь к заветной красной точке бывает подсказан самими разработчиками. В принципе, можно всю игру ходить по главным дорогам уровней, правда, всякий раз при этом попадая в серьезные неприятности. Часто бывает гораздо проще сделать предварительный обход, убрав с дороги большую часть врагов. Пример такого прохождения уровня вы видите сейчас. Обратите внимание, мы с напарником не пошли через мост, а решили незаметно пробраться слева от основной дороги. Как видите, между домами уже устроены засады. Представьте себе, что бы с нами было, если бы мы опрометчиво пошли на пролом. Некоторые из террористов успевают, правда, покинуть свои места до того, как мы увидим в оптическом прицеле их мрачные напряженные лица, но как бы там ни было, их теперь почти столько же, сколько нас с напарником, а значит, наши шансы на успешное выполнение задания резко возрастают. Подводя итог сегодняшней игре, рассматриваемой в 32-битном разделе бонуса, можно в первую очередь смело советовать ее к приобретению. Spec Ops — серия проверенная и весьма качественная. И новая ее часть, называющаяся Covered Assault, нас вновь порадовала интересными уровнями, торжеством добра над злом и непередаваемой атмосферой боевых действий элитных спецподразделений.